Так, это у нас, ребятки, Сатурн. Сегодня 18 февраля 2019 года, и Сатурн сблизился максимально с Венерой. Сатурн в 150 миллиардов километров от Земли, а Венера в 150, вот она Венера, рядышком. Частично только освещена Солнцем Венера. Ах ты, не убегай. Вот как это выглядит. Это уже пошли огни домов. Еще раз. Оп. Вот Сатурн. За тряску извиняюсь, уж как получается. Ну вот Венера, ну зафиксирован. Слава тебе, Господи. Пыжился тут, пыжился с этими ветрами шквальными. Вверху Венера, внизу Сатурн. И еще у нас тут Юпитер есть. Красавец. Небо не особо чистое, к сожалению. Есть все-таки дымка. Да, не наводится. Даже спутников Юпитера не видно.